Время пришло. В космос отправиться. Ждет меня старинный друг. Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого. Я уже в космосе. Во внешних мирах. The Outer Worlds. Чё-то я забываю постоянно название. Уже фиг знает, какая серия прохождения. Но пора на первопроходец возвращаться по нашим заданиям и сдавать пока главный квест. Гледис. У меня, правда, 10 тысяч битов есть, но сначала мы расскажем, что произошло в Роузвене на Терри 2, так что летим на первопроходец пока. Потом на Сциллу, наверное, слетаем. Нет, или может на ретранслятор. Кстати, наверное, надо было на ретранслятор сначала. Да ладно, сдадим квесты, уже потом будем. Тут еще есть чем заняться на первопроходце, на самом деле. Так, мы никого не берем. Я играю соло, без напарников, заодно и лишние перки не надо прокачивать. Министр Кларк и вождь. Интересно, кто это? Победить наших врагов. Нам еще, кстати, до Византии добраться бы, наверное, самый... Так, давайте, может, тут быстрым перемещением воспользуемся. А хрен, нету его. Нам примерно вот сюда надо идти. Ладно, дайте глянем, что тут еще на первопроходце. Глаз безмолвных — это на ретрансляторе надо делать. Вот это вернуться. На Сцилле пустышка. Он говорит, ага, вот. Служба безопасности. Ой. А, это по-разному еще их сортировать можно, понятно. Так, давайте пустышку. Посмотрим. Где, да, вот в терминале. Как раз по пути. Надо с терминала достать инфу для Вика. There are people unloading a ship. Probably another sublight contract haul. Could be drugs. Could be bootleg Aetherwave cartridges. Ну тут я был, я сюда пробрался, там повоевал немного. По-моему, да? Ладно. Прохода нету. Так, как мне тут... Как мне к этому терминалу пройти? Что-то я... Не соображу. А, вообще, вон вход. Ты как-то я мимо... Не понял. А, ну вот. Ага, restricted access. Ну, вскрыть я могу, я так понимаю, да? Ну, давайте... Давайте запугаю. Just don't make more paperwork for me, all right? Да, иди отсюда. Стоит тут, понимаешь. Так, сейчас я благодаря... Сейчас, подожди, я сохранюсь. Ну, по идее, благодаря плащу у меня будет время определенное дойти до терминала. Да и кроме того, у меня тут поговорить есть. Так, воровать мы, наверное, ничего не будем. Да, блин, где этот терминал долбанный? Специально так сделали, да? Сволочи, с каким-то... Хрен пройдешь, называется. Так, используем терминал. Извлекаем картридж с журналом стыковок. Конфискованные товары. Задержанный наемник, который темнил в своих делах перед допросом, были конфискованы. Пистолет модифицированный, топорик, металлический обруч, четки.
Наемник сбежал, не дожидаясь допроса. Оставил свои вещи. Что-то безопасности. Корабль Хоторна задержан под приказу Удама Бетфорда. Все, не пойму, почему Хоторн работает с этой змеей из коллегии. Ага. Парень из Затона отметил бедолагу с Луны. Совсем чушь какую-то нес, будто Луна обрушит на нас все кары небесные. Значит, там кто-то есть явно. Прекратить разговор с компьютером, что ли? Так, ну что? Давайте пошаримся здесь. У меня как минимум 3 разговора есть, чтобы ко мне не лезли. Вообще, вот могу выйти вон там уже. Может, тут, наверное, больше ничего интересного и нет. Хотя... Ладно, давайте посмотрим. Ну? Что-то меня никто не спрашивает. Видимо, если ты в стелсе, то тебя не будут спрашивать. О, давай. Общайся. Я уже ухожу. Так. Тут воровство явно будет, даже если я вскрою. Это все воровство. Ну, в общем, ничего интересного. Тогда сюда выходим. Мне в эту сторону ближе. Отлично. Так, верстачок мы не используем. Там я был. Идем, собственно, квест сдавать. Викарию мы потом сходим. Сдаем квест. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you. Да я уже все сделал, не волнуйся. Не кипишуй. Все окей. Так, я проверил сигнал бедствия из Roseway. What's that? Speak up now. What'd you turn up? Мне попалась формула зубной пасты, но потом сразу потерялась. Well, that's just swell, sweetheart. Но это... Good for you. Те документы. А мне удалось добыть результаты исследования мускуса раптидонов, но у меня уже есть покупатель. A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a batch of my famous sugar cookies just to sweeten the deal. Ну вот, я, собственно, говорил, по-моему, в позапрошлой серии, что у меня не было третьего варианта, а вот был третий вариант. Все Гледис принести. Попали в чертежи нового оружия плот, но тут же потерялись. Короче... Здорово, я и ничего не принес. Ну, кстати, фиг... Darnation. It sounded like a gold mine. But maybe that's just my old hopes getting in the way. I suppose. Фиг знает, что лучше было, кстати, ей приносить или там выбирать. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit anytime. Подождите, так она мне не дает ключ? Я должен все равно ее вот в чем прикол. Так бы она мне, наверное, дала ключ просто. Так, давайте глянем просто, что у нее есть на продажу. Чисто интересно. Общественные архивы рудника Грыона Сцилля. Можно посмотреть с помощью капитанского. И зачем это? Старый датабат, ранее принадлежали морпеху первопроходца. Ну, давайте купим. 214 всего стоит. Приятся отчеты о происшествиях, которых столкнулись патрули морпехов. 7 августа. Ответили на вызов с кодом, поступивший с последней надежды. Ага, Вера попросила нас вышвырнуть одну затонскую крысу. Мы вытырили ушлепка и бросили его в Затоне.
25 октября снова натолкнулись на ушлепку с последней надеждой. Мани приложу, как этому позорищу удалось выползти из затона незамеченным. Он запер себя в ремонтном боксе стыковочного отсека 13 и отказывается выходить. Ну, это мы, по-моему, достали уже. Я не очень понял, как с надеждой еще кто-то был. Ну, здесь вот это оружие достали. Так, что у нас по квестам? То есть теперь мне только уже остается купить. То есть узнать, кто отправил сигнал бедствия с Терры 2. Ну я же узнал это. Почему у меня это не проходит? If you're here for this week's magazine... Ладно, давайте пока не буду покупать. У меня есть куда слетать. Что сделать? Так. Значит, пустышка. Это картридж викарию отдать. На Сциллу надо лететь. Давайте ретранслятор, наверное. В черном рынке на первопроходце и в Фолбруке. Смотрите архив Грогифест. Ага, вот о чем я и говорил. Так, значит, идем на корабль. Отдаем. Давайте глянем, что у нас в дневнике нового еще появилось. Так, это записи. Новые исследования, добыча, оружие и броня. Навыки и репутация. О, незаметность. Плохая маскировка. Допрос маскировки. Но это все я сделал. А зачем мне два раза закрытая область? Ладно. Возвращаемся на корабль. Если на первопроходце еще какие-нибудь квесты вообще есть, или я там все нашел пока? Наверное, не здесь надо смотреть. На терминале надо смотреть. Что я там принес по оружию бездны. Вот, провести поиск по архивному картриджу ГРО Гефест. Результаты поиска. Капитан продал Харрису какой-то преобразователь и благополучно отчалил. Железка не работает. Спасти Лема не удалось. Так, я лучше проще так в дневнике посмотрю. Изучив данные на Сцилле, вы узнали, что одного из шахтеров убили с помощью какого-то мощного оружия. Обыщите рудник и найдите оружие. На Сцилле как раз надо будет искать. Но мы пока полетим на ретранслятор. И викарию отдадим... Вот он. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Ты запнулся, викарий, что-то не договариваешь? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Как все удачно складывается. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Все понятно. Так, значит, у нас тут дальше на Фолбруке, на Монархе. Но мы пока что-то не можем отправиться. Летим чинить ретранслятор. Так, что у нас по заданию?
Запасной коммуникационный ретранслятор первого проходца давно не работает, сейчас возникла необходимость его починить. Поехали. Точнее, полетели туда. То есть, видите, на... А, не, на Монарх мы можем, кстати, лететь. Как ни странно. Ладно, сначала на ретранслятор. То можно и на Сциллу слетать, кстати. Так, сколько у нас еще... Еще три напарника где-то надо найти. Может, я их пропустил где-то? Может, на этом, на Эджвотере были какие напарники? Так, что-то тут уже красное мне показывает. Это же неспроста. Ага, на засове, туда уже не пробраться. Что по карте? Длинный путь, короткий путь. Что-то мне подсказывает, что лучше идти длинным путем. Это всегда безопаснее. Детали, магничка. Так, кто-то там ползает. Боевой дрон. Так, мне его надо как-то приманить. Он куда-то свалил. Приманить, чтобы он на эти бомбы попался. А, вот еще чувачок ходит. Отлично. Иди сюда. Иди сюда. Да ё-моё. Ладно, я тебя так убью. Тут они вроде не очень опасные. Так, ладно, походу никого не приманить. Надо взрывать эти бомбы. Опа, они не взрываются. Ой, блин. Опять промахнулся. Хм. Странно. Может, они только на роботов срабатывают? Так, тут ничего интересного. Тактический дробовик. Нет, нифига, на всех срабатывают. Тут где-то ползал еще один. Так. Дневник Фрея, побег. Мне пришлось начать новый дневник. Голоса не затихают. Каждый раз, когда я кого-то вижу, голоса велят помочь. Все, что для этого нужно, одно движение ножа. Сегодня я видел друга, старого друга со школьных времен. Он теперь работает врачом у тети Клео, рассказал ему про свои сны. Он знает, он расскажет. Знаете, это чем-то на Солярис похоже. То есть такая отсылка, когда там в одиночестве. Ну, там не совсем, правда, в одиночестве, конечно, там несколько персонажей было. Нет, так он тут один, похоже, ползал, да? Ладно. Так, тут еще проход. Ой, ой. Да, ну тут... Ой. Тут, похоже, слабенькие роботы. Ё-моё. Да что ж со мной не так-то?
Я чуть не сдох. Ну, они тут слабенькие, потому что если бы я также воевал на Роузвене с роботами, меня там, наверное, с двух выстрелов или с трех убивали, а тут еще более-менее. Ладно, давайте я слажу. Грабли я, пожалуй, не буду брать. Все остальное можно взять. А, тут нету прохода. Тут просто тайнички собрать. А, нет, есть. Так. Unexpected noise. Он там возбудился. Блин, ладно, надо принять дозу. Что-то медленно. Мне в голову надо стрелять, потому что у меня как раз прокачка на попадание в голову. Так, надо быстро тут все проверить. Тут я был, этого убил, как раз сюда проход. Батончик нокаут. Жареные шишканчики. Кетунец, по-моему, кетунец говно, можно было не брать. Пурпурные хрустики, обходной шунт. Магничка. Это все берем. Источник. Теперь есть убежище на орбитальном ретрансляторе. Оно меньше коморки рабочего. Мне удалось сбежать из Византии достаточным количеством битов, чтобы хватило на десятилетия. Очень странно ходить среди обычных людей на первопроходце. Они не возбуждались из-за этих худых, бледных, изуродованных и немытых тел. Стоило сделать это место пригодным для жизни, ну или вроде того, как я начал слышать голоса из ретрансляционного терминала. А, вот он, наверное... Нет, все-таки у него голоса начались на Византии еще. Он, наверное, и вывел из строя этот ретранслятор, потому что голоса оттуда ему шептали разное. Плазменный резак. У меня легких боеприпасов немерено. Но легкое оружие у меня не прокачано. Так, вот эту штуку я смогу запустить, интересно? Нет? Видимо, где-то терминал есть, который ее запускает. Так, там роботы бродят. Тут не открыть. Значит, выпьем повышающее. Убираем, убираем, убираем. Что нам тут повысит? Разум. Вот, показатели разума плюс один. Ей! Ух ты, 5 магничек требуется для вскрытия. Нормальненько. Ну и прямо скажем, не особо я тут. А, хотя вот есть проход наверх. Может, там что? А вот отсюда я смогу их всех поубивать нафиг. Так, тут бомбы, правда. Рядом с ними лучше не стоять. Так, ну они меня не видят, я так понимаю.
Наверное, можно начинать. Они, по-моему, кстати, не попадают нифига. А вот и попали. Блин, еще кто-то. А, нет, это все тот же. Все. Пожалуйста, спрыгну отсюда. Ножку поломаю, ну, что поделать. Тут как раз вход был, да? Я же отсюда пришел. Нет. Странный сон. Так, ну вон чувак, видимо, который все поломал. Лежит. Давайте чинить терминал. Он тут пил пурпуричное вино. Я ошибался страшно. Голоса не стихли. Нет, они вернулись. Они орут на меня, требуют, чтобы я вернулся домой. Я красил улицы алым. Я могу придумать лишь один способ это остановить. Понятно. Чувак покончил с собой. Пистолетик какой-то, видимо, неплохой. Так, тут что-нибудь есть? Использовать терминал, запустить передатчик ретранслятора. Все. Ретранслятор запустили. А, вот выход. Вот отсюда я пришел. Так, давайте еще туда тогда пройдем. Что тут? Картриджи с битами. Пурпуричная комбо. О, книжечка. Руководство к охранному автоматону. Блин. Вот, наверное, можно было это использовать, чтобы этого автоматона запустить. Хотя хрен знает. Обходной шунт берем. Биты берем. Магничку берем. Курортный костюм берем. Так, что ж он тут писал? Я ему сно снилось. Сон снился. Короче, с ума сходил потихоньку, чувак. Давайте еще попробуем эту дверь вскрыть. Я думаю, мне не хватит. Да, не хватит магничек, видите? Ладно. Обратно поставим сопротивление брони. А это что? Скорость перезарядки тактического. Вот, отлично. Хорошие штуки поставил. Ну, все тут, в общем-то, на ретрансляторе все сделано. Можно... Так, давайте, наверное, оружие починю. Что с броней? 85. Ладно, пока оставлю. Слушайте, может тогда и на Сциллу слетать сразу? Не особо тут долго было. Что у нас сразу? На страже здоровья. Вот это. Капрал Уиллер с таможенной службы просил вас передать доктору Дорсу новости о ее Грузии. Ага, доктор Дорсу говорит, что капитан Ирион, скорее всего, где-то на Сцилле. Полетели. Вот этот ретранслятор здесь. Так. Полетели на Сциллу. По всей звездной системе летаем. Нам за окном, видимо, показывают как раз пейзажи того, к чему... Не видимо, а точно нам показывают пейзажи того, куда мы прилетаем. Ну, что тут на Сцилле? Тоже какое-нибудь поселение?
Целла и Харибда. О, красиво. Красиво. Этот вид мне нравится. Смотрите, какое-то защитное поле синеньким отсвечивает. Ставьте картридж с удостоверением капитана, чтобы начать удаленную посадку. Ну, это... Мы уже сели, в общем-то. Так, давайте карту глянем. Сюда сначала сходим. Блин, а у меня квест аж вон там. Так, походу у нас цели что-то будет. Фига себе машина, да? Посадочная посадка с целой найдена. Что-нибудь взять тут можно? Ну, просто так валяются магнички, да? Кому надо, тут возьмет. Блин, я уже... Мне уже этих пуль... Легких пуль. Немерено, так что, думаю, не будем. Я ими не пользуюсь. Мне тяжелые и энергопули постоянно нужны. Так, здесь продажа. Давайте глянем. Вам продадим. Тут ничего. Тут вот это продадим. Так. Сок. Нечего особо продавать. Ну, пистики всякие. Вот это, кстати, можно на корабле выложить. Какой-то крутой глушитель. Ладно, пошли. Так, еще раз, куда я иду? Прямо и направо. Что-то народа не видать особо. Вон там кто-то ходит, бродит. Какие-то роботы тоже, наверное, нападать на меня будут. Знают, что я их боюсь. Так, а где вход-то? Вон, нет, это... Подождите, это... Может, здесь? Да, наверное. Не, красота. Красота нравится мне. Верстак нашел. А люди какие-нибудь тут есть? Так, кубики. Металлолома. Оп-оп-оп. Эпа. Блин, чуваки. Я ж не знал, что вы... Да ё-моё, а почему они на меня напали-то? Какого хрена они враждебные внезапно? На ползунке сверху было показано, что они красные, что это враги. Давайте я тут пройдусь, гляну, что что-нибудь еще интересного. Что-нибудь интересное есть.
Нет, пиво мы не будем брать. Так, здесь дальше прохода нету, похоже, да? Да, показывает красным. Сразу. Что-то я не обратил на это внимания. Так, хорошо. Где вот этот? Где соперник, который в ту сторону? Как туда пройти вообще? Так, ну тут, видимо, прохода все-таки нет. Блин, ненавижу вот это. В темноте я постоянно не вижу. Но вон там кто-то стоит, да? Да ё-моё, ну... Как мне... Не, ну это... А нет, опять отсюда, ну что? Причем это сохраниться будет. Нахрапом там не взять, я так смотрю. Мне там, конечно, что-то взрывать надо, какие-нибудь бочки или еще что-то, ну ни хрена не видно, говоря. И я вообще удивлен, почему они тут враждебные ко мне. С какого перепуга. Чего не пообщаться, как человек с инопланетянином. Наверное, опять надо винтовку использовать, где-то издалека стрелять. Или этим можно тоже издалека нормально стрелять. Ну куда-то надо забраться, что ли. Я не знаю, что мне тут. Так, все, сохраняю. Ну как ты меня замечаешь-то? Стоит, блин. И что, никакой бомбы нету, да, рядом взорвать ему? Нет, я вот так, конечно, обойду. Или нет? Обойду. Чё один? Да ё-моё, да как тут? It's an old circus time ship. Some sort of traveling primal show. Someone was dumb enough to trap themselves in a ship with a load of primals? What the hell for? Их тут три всего. О! О! Может его как-то перепрограммировать? А, ну я не могу, у меня пока не прокачано ничего. О! О! Как всегда. Да умри ты уже! Стоял, кочевряжился передо мной труп. Долбаный. Да, ну я не знаю, честно говоря, как тут пробиваться. Какой-то бред. Ладно, давайте попробуем винтовкой. Вообще издалека как-то. Совсем издалека. Ну где он тут стоит? Вот он. Класс!
Это я нажал на стрельбу вместо того, чтобы время запустить. Остановку времени. Я так понимаю, что вот попадание во всякие головы там и прочее, и способности именно при остановке времени работают. Что, и не хедшот? Не, ну это... Ты уедешь со мной. А чё, если уехали, то ты уже меня не атакуешь, что ли? Интересно, это очень интересно. А, вернемся обратно. Кажется, я нашел тактику, как с ними бороться. Будем просто уезжать вниз. Ну вот. Всех, кто был здесь, мы убили. Да ёб. Это какое-то издевательство. Блин, ну куда я попал сейчас? Ох, мамочка. Какие-то странные бои, при том, что я пройти никуда не могу, как бы стелсом что-то сделать. Ты все еще лежишь здесь? А, слушайте, а что, может мне тут как-то обойти? Что я все в одну сторону лезу? Может, тут здесь какого-то другого? Там с той стороны я ходил. Тут, может, какой-нибудь вход есть? Что там с кем-то дерутся вообще без меня. Да, вот есть вход. Чуть-чуть подумать. Чуть-чуть вот интеллекта применить. Я, по-моему, не соответствую своему персонажу. У него интеллекта явно больше, чем у меня. Ничего интересного. Тут нашелся черный вход. Внезапно. Никого нету. Думающая шляпа. Так, а то наверх, наверное, нельзя пока забраться. Вообще ни хрена не видно. Тут еще фонарики есть какие-нибудь? Вы че, ребята? Вы че злые такие? Ни хрена себе. Крысы на меня напали. Ну, зато уровень. Что приятно. Так, что мы дальше будем прокачивать? Незамет. Технологии уже все прям по максимуму.
Дальний бой, я пока остановлюсь, то есть я не буду ничего. Ну давайте убеждение. Хотя с другой стороны, кто мне ложь? Автоматон, на который действуют помехи, атакуют с обычной скоростью. Скорость движения испуганного существа минус 30. Давайте незаметность. Карманная кража. Можно воровать у людей. Надо будет попробовать, кстати. Хочу уже открытие замков до 50 довести. Так, одно очко доступно. Куда его влить? Да никуда, наверное, оставим пока так. На будущее. И последний, пятый навык во втором ранге для открытия третьего ранга. Штраф к точности в движении не хочу. Урон научного оружия. Закупочная цена у торговцев. Вес расходуемого предмета. Давайте урон научного оружия прокачаем. Вот так. Сохранюсь. Так. Боевой дрон. Где я вообще хожу? Угу. Еще боевой дрон. Все поломано. Мне тут, конечно, днем надо было бы ходить, то нифига не видно. Так, ну что, наверх залезем. Опять нифига не видно. И что тут? Я, наверное, могу этих чуваков отсюда расстрелять. Я тут, по-моему, один остался, тот робот. Ну, класс, тут только запертые сундуки. Да нет, тут дофига оружия еще. Не, папирусы не будем брать. Чё, так нормально. Подняли всякого лутецкого. Так, вон там. Последний мой соперник. Это робот, похоже. А, нет, это... Бандит-налетчик. Хрен, не проходит выстрел. Да. Прикол. И что, он заберется сюда прям, залезет? Или просто побежал? Куда он? Где он вообще? Чувак, вернись. Бегал он. Круг дал. Да. Ладно. Мы его, видимо, не дождемся. Давайте посмотрим, что еще тут. Постоянное увечье. Из-за магнетичных увечий ваша скорость передвижения снижена навсегда. Нет, не будем, пожалуй. Еще и уклоняться не смогу. А за что сейчас вот у меня увечье было? Кстати, я никаких... Какого урона не получил? Что за... Подстава от игры. Т.
Так, ну что, автоматон остался? Так, понимаешь, вот эти бочки дают плазменный урон. Ага, вон стоит. Так, ну, собственно, по бочке выстрелим. Сейчас сохранюсь. А, это его убило. Блин, я думал, это меня так накрыло. Косой такой. Ой. Пожалуй, примем успокоительное. То есть я как-то неуверенно чувствую. Куда ты делся? Где он там урон получил? О, умер. Что-то без меня урон наполучал. Так, ну тут вроде я со всеми разобрался, только не пойму зачем. Просто залез и всех убил. Но, прямо скажем, это было сложно. Не хочу папиросы. Может, какой квест будет на этой сцели? Типа, разберитесь с бандитами, которые нас напрягают. Ну, все, я тут уже вроде все обсмотрел, все, что было. Ну, пошли тогда в другие здания, что ли. Смотреть, что у нас тут еще есть на карте. Видимо, вот сюда. Там мне показывают, что здесь где-то этот капитан Орион. В этот вот добывающий... Этого добывающего робота мы вряд ли можем попасть. Что-то вот не собран. Всех убил, а не собрал ничего. Так, а... А, ну да, я с другой же стороны пришел. Давайте глянем, что улучшить можно. Из того, что я использую. Может, здесь какие-то новые насадки? Здесь нет. Рассеивание оружия и так стоит. Так, тут ничего не улучшить. Тоже, наверное. Размер магазина и дальность поражения. Смена на электрического. Дальность поражения. Никаких новых вообще. Починить? Да, давайте все починим, кстати. Разбирать пока не буду. Так, модифицировать. Вот, брони не появилось тут, вот этой модификации нет. Надо купить, наверное, модификацию гаджета, кстати. Может, в этом автомате будет что-нибудь внизу. Странно, что внутрь тут никак нельзя зайти. Так, я хочу посмотреть, есть ли тут модификации гаджета. Нету. Ладно. Пошли дальше. Так, вон там кто-то ходит. Автоматоны часовые. Вот и сколько их. Почему мне игра не показывает вот реально одного? Я вижу, там два как минимум, даже три. Три. Давайте нападем.
Да, небольшой урон, прямо скажем. Он так получает урон и без атаки дополнительные. То есть их можно поджечь и отходить просто. Норм. Так, что-нибудь интересное. Так, бомбы тут были. Тяжелые боеприпасы, магничка. Энергетические. Все, можно дальше идти. Что могли, собрали. Спрей. Это все какая-то фигня. Ожерелье, полицейская броня, золото. Тоже дешевое. Не буду брать. Что, пойдем туда на метку капитана или по дороге пока сходим? Ладно, давайте на метку сходим. Опа, какое тут животное ходит. Давайте, наверное, с винтовки начнем. Блин, опять я не туда нажал. Ой, я разбудил древнее зло. Мама. Ух ты, он увернулся. Ой, камень мне в лицо прилетел. Да, побежал и вылечился. Вот они, короче, когда отступают, они вылечиваются полностью. Значит, тут испугался. Что там еще, что ли? Блин. Да елки. Не бегай за мной. Так, эти ребята тяжелые. Что делать? Ой, блин, с автоматонов начинать опять. We'll be right back.
Сжигаем его, просто отходим, и он там получает урон и дохнет. Через некоторое время сам. Другое дело, что... Я так понимаю, что это не на всех работает. Например, вот этих, на тех животных оно не работает. Опять все собирать заново. Полицейскую брать, ладно. Взял, так взял. Так, ну что, будем обходить первобытных. Пошаримся. О, вот он. Ой. Поздно. Я вообще убежать могу? Они сейчас вернутся на свои позиции. Да ё-моё. Идите нафиг. Это интересно, можно за эту штуку выйти? Ой, понял, понял. Всё, я понял. Выйти можно и сдохнуть. Не очень много урона, по-моему, да? А, у него защита от физического урона. Ну что, сдохну? Успел. Ё. Вот теперь сдохну. Да, блин. Наверное, те, кто делает героя на оружие всяческое, им полегче проходить. Да иди ты нафиг. Вообще с одного удара. Я не хочу здесь сейчас стелсом лазить. Ну ё-моё. Стрелок хреновый. Надо, наверное, мелких быстро убивать. Чтобы этот один большой остался. Топор. Тяжелые боеприпасы возьмем. Дневник капитана. Вот никогда раньше у меня не было проблем с разбойниками. Они вырубили связи, открыли огонь. Стреляют на поражение. Не оставляя чувство, что они меня ждали, словно не знали, по какому маршруту я пойду, какой бесславный конец карьеры. Зару 172. Не до... Да ёперный бабай, да дайте полазить спокойно, но... Иди нахрен! Блин... У меня оружие самое мощное, вот если мы просто берем из тех, что у меня есть, 67, 85, ну, нет, 308 вот этот. Но у них защита, правда.
Ладно. Попал. Уже развернулся, у меня попал. Бандит, я хотел сказать, что это все, что от капитана осталось. Слушайте, а я могу же отсюда их отстрелить, они туда просто не влезут. Кстати, это интересная идея. Ну-ка, начнем с плазмы. Ну. Вот оно что. Вот как надо было действовать. Немножко подумать, как всегда. Так, ну что вы там стоите? Что, подходить не будете? Ну хорошо, я отсюда расстреляю. А другим оружием? О, еще и ожог. Все, сгорел на работе. Так, и последний парень у нас. Где он там ходит, урон получает? Так, выйди. Сволочь, спрятался. Иди сюда. Ну. Так, вот, бежим в укрытие. Да, да, давай. Бросай камешек. Угу. Свалил там. Только циферки отлетают. Может, другое попробуем? А, это дробовик-то сблизи, он только если... Блин, его так долго бить мы будем, честно говоря. 156. Так, хорошо, этим попробуем. Ой. Жопой ко мне повернулся. Так, смена магазина.
Сука, ты уже сдохнешь, ты. Да ёлки. Да не, я думаю, не умру. Фига тут пистолетов навалило. Так, это я прочитал. Тут я вроде собрал все. Теперь можно спокойно идти. Нет, тут ничего, да? Так, сохранюсь после этих тяжелых боев. Не хотелось бы их еще раз убивать. Эти первобытные, я смотрю, победили автоматонов. Другой вопрос, как эти первобытные вообще оказались на астероиде? Астероид даже, это не другая планета. Кто-то ходит, и это бандиты. Угу. Горит. Как он все-таки... Вот это точно реально сгорает на работе. Все. Всех порешил. Так, еще не обобрано. Ну, против людей явно плазма лучше всего работает. А вот, ну, против автоматонов электрическое оружие. А вот все остальное пока непонятно. Me. No big deal. Just shrugging off my injuries as I stroll away from another flaming impact crater. Ничего, что тут вокруг бандиты были. Запор облысения, снижение фертильности. Hair loss. You take that back. Блин, висит это одно очко навыка. Давайте куда-нибудь все-таки всунем его. В оружие. Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver, and you've come and saved me the trouble. Symptoms detected. Elevated heart rate. Dilated pupils. Increased sweat production. Subject appears to be terrified.
I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. Ты, наверное, капитан Ириан. Well, one and only. Wait, who's asking? Wanda didn't send you, did she? Именно она. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy, and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these automechs are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Так думаешь, что было нужно пиратам? Pirates love bits, and unlabeled meds are worth a bundle. На какую корпорацию работаешь? Not a damned one. I'm a free man. There isn't a corporate snake that can hold down the inimitable Captain Ирион. Что теперь будешь делать? Well, I've got some repairs to do. Thankfully, I'm as skilled a mechanic as I am a violence resolution expert. Then, to the Groundbreaker. Better late than ever, I say. Unless you're very late, then you might consider defaulting and skipping station. Those fees will bankrupt you. Так, отлично. Сообщим. Так, крупнокалиберный пулемет не буду брать. Ой. Зато тут куча лекарств. Можно собрать пока. А он там будет чиниться. А с этим роботом, интересно, можно поговорить? Нет, нельзя. Опять перегруз. Боевой дрон. Так, давайте разберем оружие. Шестнадцатый уровень. Световой пистолет 16 уровня. Ну, тогда, пожалуй, это буду разбирать. Длинноствольная 13-го, а тут 9-го. О. Наверное, стоит взять тогда этот плазменный карабин. Хотя... Ошеломление. Ну и а тут ожог. Мне больше ожог, конечно, нравится. Ожог хорошо работает. Броня. О, 21 броня. Длинноствольная плюс 7. Тут 24 навыки общения плюс 5. Ну вот этот тоже стоит посмотреть. Это 13 уровня, и это 13. Попробую потом ту броню. Так, ну и на сцилле мне осталось, в общем-то, вот сюда сходить. Тут за поселочек. Но пока меня тут везде не очень принимали, прямо скажем. Тут везде какие-то битвы. Какие-то вещи валяются. Везде ящики никому не нужны. Ой, я слышу. Да блин, еще... Первобытный опустошитель. Ну, по-моему, один тут. Так, что берем? Нет, не один. Да ж откуда вы тут? Ну, что это? Это ГГ. Терраформер Вок. За область такая.
Вот это, видимо, терраформер. Озеленяет. Озеленяет все любое. Ладно, может, не будем тогда с этими первобытными связываться. Они мне вообще как-то нужны. Ну тут какая-то... Тут что-то прикольное, конечно. Опять возбудился. Сматываемся. Одного убили. Да блин, да что у вас там трое-то, ну? Почему я их не вижу до того, как начну биться? Я вот этого понять не могу. Какая-то способность позволяет мне их видеть всех. Просто пол хп одним ударом, блин. Ну блин. Какой-то мрак. Ладно. Нахрен их. Пошли вот куда я шел. Туда. Я же не... Блин, тут еще кто-то ходит. Автоматоны теперь ходят. А это бандит. Горит. Да ёперный бабай. Ну чё тут 4 штуки, которых я не вижу нигде? Куда ты улетел? Меня вот пока из последнего меня вот возмущает возвращение постоянно соперников на исходную точку. И почему я не вижу сразу количество... Ты знаете, это что-то какая-то тема из XCOM'а. И что, она не горит? Больно. Ух ты, тварь. А чё так быстро время-то прошло, я не пойму. Сдохни. Где там автоматон? Его я обобрал уже. Обобрал. Так, собрано. Блин, опять я про бомбы забываю. Вот не знаю, почему-то я начинаю, когда биться, мне просто не видно этих... Ну,
То есть они вроде как нормально все подсвечены. То есть вот это понятно, что это будет плазменным взрываться. Там другие бомбы. Вот эта бомба физическим уроном будет взрываться. Вот это. Но... Сканеры засекли движение у Сциллы. С тех пор вроде тихо, но у меня ощущение, что за нами кто-то идет. Я приказал заглушить движки. Еще несколько часов мы дрейфовали с холодными. Теоретически их нельзя было отличить от космического мусора. А чьи это записки вообще? И кто это терраформирует это все? Кому это все надо? Так, вон опять кто-то ходит. Так, это враг, и он что-то подозревает. Ну вот этот автоматон тоже враг. Явно тут их больше, чем два, блин. Что мне надо прокачать, чтобы их видеть? У меня проницательность высокая. Что вот мне мешает видеть врагов? Хрен знает. Так, мне бы, наверное, с бомбой не стоило стоять. Тварь приземлился прямо на меня. Так, где там бомба рядом с ним была? Как мне бомбу использовать, если... Блин, да что за говно? Прыгающее говно. Ну и в итоге их сколько? Трое оказалось. Будь здорово. Так, надо бы пушку починить. Будь здорово. Ладно, и броню починю. Так, тут что-то незаметно никого. Пока. Просто не думаю, что стоит прям по дороге идти. А, с другой стороны, тут по-другому и никак. Ладно. Торговый автомат. Но я смотрю, тут просто покинутая территория. Сплошные бандиты. То
То есть, в общем-то, ничего интересного, да? Просто лут. Ух ты, вентилируемый шлем, ну-ка. 21-я броня, так. Этот медицину дает, а этот вдохновение. Что за вдохновение? В любом случае он прикольнее, чем этот. А что за вдохновение? А, это для этих, для напарников. Ну все равно 21 это получше, я оставлю этот шлем пока. Так, на обратном пути мы в автомате. О. Вот меня дрон не заметил. Где верстак? С другой стороны, кто по мне стреляет, блин? Да что за говно? Ну какого? Как меня достало вот это появление соперников, хрен знает откуда. Это какой-то. Вот это дико раздражает, честно говоря. Дайте мне что-нибудь прокачать на. Где я? Ага. Вот от. Вот там вот кто-то меня в меня сзади стрелял просто. Почему-то, слушайте, у меня что-то стало очень быстро это РСЗВ уходить, или как оно надо. Во, вот прилетело вот это говно. Очень интересно. Может, она так быстро уходит, потому что мне кажется, это вот эта робофобия дебильная. Куда ты пошел? Все, надеюсь, ты сгоришь там в страшных муках. Нет, не сгорел. Ну, много, кстати, очков дают, конечно, за убийство. Типа тяжело считается. Так, давайте я, наверное, заменю. О, световой пистолет идеальный. Тогда вот это можно разобрать. Легкая штурмовая. Вон, я наконец-то могу, наверное, заменить. Да. Давайте вот это уберем и вместо нее поставим штурмовую винтовку. Пятьсот 576 урона.
Так, дальше. Может, плазменный карабин? Вместо вот этого. Вместо дробовика. Все, разбираем. Все остальное разбираем, чтобы не мешалось. Стоп, стоп, стоп. Этот нет, этот идеальный оставим. Так, и что с броней? Двадцать шесть, двадцать четыре. Вот этот разберем шлем. Да, этот разберем. Так, эту броню тоже можно разбирать уже. 24, 26, 2. Так, это все пока оставим. Так, теперь с верстаком улучшаем ствол весельчак. Критический урон выше. Тут что? На электрический меняем. Плазменный. Размер магазина увеличиваем, да. И дальность поражения повышаем. Все-таки это у нас как... Снайперка будет использоваться. Теперь в карабине что? А, плазменный либо электрический. Нет, оставим все как есть. И в карабине, наверное, рассеивание уменьшим как раз. О, красота. Хочется опробовать уже эту винтовочку на ком-нибудь. Так, ничего интересного. Я понимаю, что это какое-то покинутое... Покинутое селение... Что, никого здесь не будет, да? А кто терраформингом тогда занимается вообще? Для чего это вот эта огромная махина? Оставлена покинутый, заброшенный рудник отмечено. Может, еще надо будет сюда сходить? Какой-нибудь квест еще здесь будет? Ну, вроде... Вроде все. Не знаю, что тут еще... Дверца открытая. Ух ты, мандибулярный преобразователь. Чё за... 4000. Найдите научное оружие на Сцилле. И чё за мандибулярный преобразователь? Блин, почему оно всё ручное? Почему я нахожу научное оружие ручное? Один там только этот был. Но я не играю ручным оружием. Дайте мне что-нибудь нормальное. Результаты разведки. Сразу наткнулись на жилу с высоким содержанием Итрия и Скандия. Здорово. Разведывательные работы продолжаются. Процент Скандия тем ниже, чем в первой точке, но Итрия на достойном уровне. На той неделе у нас работали специалисты-коллеги и пытались поймать сигналы с надежды. Поздравляю с повышением. У меня плохие новости. Терраформер выработал все месторождения под куполом. Автоматоны приносят снаружи хорошие образцы. Отправлю тебе заявку на тягач, чтобы переместить терраформер поближе к новым жилам. Ребят, дошли слухи, что ты горелся гастроих циркачей в наших краях. Твой запрос о передислокации на этом бесполезном булыжнике отклонен. У тебя было больше года, чтобы сделать предприятие прибыльным, если до сих пор не получилось... Значит, вообще не получится. Сразу скажу, меня не интересует твое вздорное оправдание. Предписываю немедленно прекратить работу на текущем участке. Ясно. С днем рождения, Джулия.
Спросить насчет субсветутиль. Капитан продал Харрису какой-то переместитель и благополучно отчалил. Ну. Набор громилы. Лимонная хлопушка. Опять ничего интересного, да? Ну как? Сигареты не будем брать. Конечно, научное оружие это прикольно, но 5 то научное оружие, которое я не могу использовать. Ладно, давайте в автомате продадим, что мне не надо, и возвращаемся на первопроходец. Набор громил вообще все продам. Явно я не буду использовать ее. Ну и все. Поехали на корабль. Внутренние помещения. Сейчас оружие найдено, опять в ящичек положим. Ну и эта серия на этом закончена. Прям посетили и... ретранслятор. О, там что-то спорят о чем-то на кухне. Не пора потерять сознание до следующего утра. Так, перенести. Закончу на этом прохождение этой серии. Продолжение уже в следующей. Давайте только сходим на кухню, посмотрим, о чем они там спорят. Hey, Max. What? You really think we all have a purpose? That everything happens for a reason? It's not really that simple, but yes, fine. Anything else? If that's the case, is it my purpose to annoy you, or yours to be annoyed by me? Go away. You can't deny fate, Vicar. Да, это любовь явно. Так, что тут интересного? О, туалет. Почему я здесь еще не бывал? Еще не до конца свой корабль, видите, исследовал. Что в холодильнике? Нет, это я не хочу. Ну, в общем, на этом тогда заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!